как же так, друзья? У человека, любующегося цветением вишни, на поясе длинный меч. А вот так, у мастера, ломающего невинных учеников, хрупкая душа. Приветствую вас, разящий огнем тополиный пух. С вами Федорович. А из этого видео вы наконец-то поймете, что в этом мире не бывает ничего невозможного. И все законы вселенского бытия и сущность нашего мира можно разрушить одним четким и мощным ударом. А начнем мы с разрушения первой истины от Брюса Ли. Когда у тебя много денег, как-то проще думать о том, что не в них счастье. А когда ты назвал себя мастером, можно проверить все истины других мастеров. Именно так поступил этот величайший воин, который на собственной голове решил испытать великое изречение Брюса Ли о том, что кирпичи сдачи не дают. Вот и неправда. Наш мастер доказал, что дают, еще и не по одному, а сразу двое. Не бойся, если с тобой не здороваются люди. Бойся, если твое мастерство несовершенно. А у этого мастера мастерство идеально. Его невозможно ни ударить, ни схватить. Я уверен, что вы даже не подозревали, насколько просто одержать победу в любом бою. Нужно просто отбивать кулак той частью тела, куда он попадает. А главное, не важно, это пузо или нос. Вы даже можете улучшить эту технику и сразу наносить жесткий и смертельный удар своим носом об жалкий кулак противника. Он наверняка после этого улетит в нокаут. Так что можете испытать эту технику прямо сегодня, в кабаке. Да знаю я, что все из вас побеждают своих врагов и всяких там гопников невероятными ударами бородой об кулак противника. Ну, по крайней мере, вы так всем рассказываете. Но что же делать, если у злодея нож? Да, конечно, то же самое. Нельзя выстрелить стрелой, потерявшей оперение. Также нельзя жить мастеру без учеников. Но ученикам без мастера можно. Поэтому пацаны, вооружившись пластмассовыми ножами, решили сенсея порешить. На то он и сенсей, чтобы не проигрывать никому. Скорее он сам себе перережет горлянку, выхватывая нож бородой, чем даст себя одолеть каким-то жалким ученикам. Я уже слышу возражения настоящих диванных бойцов, которым не то что прыгать, даже поворачивать свою тушу на месте тяжело. Я про вас не забыл, мы всегда будем вместе, поэтому эта техника именно для вас. Лучшее доказательство того, что во Вселенной есть разумная жизнь, это то, что с нами до сих пор никто не связался. Эти гуманоиды, после того, как увидели великого мастера, сразу перехотели не то, что нападать на Землю, а вообще иметь с землянами какие-либо дела. Нахрен оно им надо потом ползать на коленях перед мастером и проситься в ученики? Сколько бы хрущ ни падал с дерева, он все равно туда возвращается. А сколько бы я не давал вам техник против толпы, вы все равно просите еще и еще. Эта божественная техника отлично подойдет тем, кто любит без устали тренироваться в наливайке бабы Глаши и под утро устраивать смертельные спарринги с коллегами. С помощью этого приемчика
пояс чемпиона и звание Чекушка-мена вам гарантировано. Любовь за деньги дешевле, чем бесплатная жена. А вот мастеру нужно платить, ибо он научит вас таким приемам, за которые вас потом посадят. Сейчас, мать вашу, я вам покажу самый жестокий прием против двух наивных гопников-задротов, которые посмели на вас напасть. Короче, одному даете в грудину, удар второго блокируете и даете ему по мелким яйцам. Затем опять гасим второго своей божественной клешней, а в это время первый камикадзе снова встает. Но мы делаем феноменальный разворот и кривой подсечкой отправляем его в нокаут. Поняли, мазефаки, как это все работает? Я полностью контролирую ситуацию и свои удары, чтобы не убить этих чертяк. Когда вас схватили два идиота-смертника, вы должны сделать так. Раз, два, три, четыре, пять. Мастер будет убивать. А теперь я покажу вам это все на боевой скорости. Да простят меня боги за мою жестокость и беспощадность к несчастным ученикам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какая горючка дает вам больше всего силы. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи вы можете, став спонсором канала, даже за символическую сумму в $1 по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Все, покусь, покусь. Защита! Ногами держи, раз-два. Переваривайся. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! Хоба! Опа! Вот так. Отсюда работаем. Левый в печень раз. И левой же рукой в голову два. Уже выравнивая корпус. Делая эту работу направленную на координацию. Ребята стоят ровно и бьют живот просто вниз рукой. Это неправильно. Очень классное упражнение для наработки скорости, точности прямого удара. Вместе. Широко. Вместе. Вернулись. Шаг, удар, вернулись. Мы работаем двоечку. Бам-бам. Пробили, попали, закрыли противника. Пробиваем ему печень. Бум. Вернулись в стоечку.